В преддверии Дня книгодарения, который проходит 14 февраля, музей-галерея боевой славы проводит просветительную акцию «Подари музею книгу о войне». Не секрет, что сегодня старая печатная книга переживает сложные времена. И некоторые экземпляры, и некоторые издания, целые серии остаются незаслуженно забытыми или даже вовсе уходят из жизни. А мы очень хотим сохранить именно печатную книгу о той страшной войне, которую победоносно выиграл советский народ. Акция пройдет в Муниципальном центре культуры 12 февраля с 12 до 16 часов дня. Любовь Голембиовская, Александр Фещенко, Магаданское время.